А что, если попытаться выиграть без фрагов? Я нечаянно убил. Плохо, а как ты убил? Крипы добили. В смысле? Так это получается все, Ари. Да, задачка у нас предстояла не из легких, но в принципе она выполнима. У нас тут стаки, каблоиды, резность, нифига пугнатом настакал, братка, ты красава. Мы придумали гениальную стратегию, просто пугать оппонентов, чтобы они бежали от нас в ужасе. Ну, чтобы не фидели. Они не убивают, случайно. Не, я делаю вид, что я такой страшный серый волк. А также старались прикидываться, что не видим оппонентов. Ну, кстати, это срабатывало. Так, ой, а где он? Я не вижу его. Блин, где он? Я не вижу. Ой. Ну а получился ли у нас контент или нет? Досматривайте до конца. И обязательно поставьте лайк. Ну, все. Ой, не надо. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас снова видео рубрики «А что если?». А что если попытаться выиграть без фрагов? Возможно ли это, ребята? И сегодня мы это узнаем. Мне сегодня будут помогать мои подписчики, они, кстати, со мной в войсе. Здорово, ребята. Привет. Здорово. Во. Так, ну и у нас, конечно же, сегодня не все в войсе. У нас сегодня второй, третий, четвертый слот и войсе. И пятый слот просто подслушивает. Он подглядывание, вот эти подслушивания делает, как обычно. Ну и в целом, смотрите, ребят, у нас сегодня необычный видос. И не знаю, получится ли в целом его вообще записать. Ой. Я, если честно, не понимаю, мы там что-то, пацаны, ля, шо мы надрафтили, да? Вот типа вот такой вот у нас смысл будет. И у нас будут определенные персонажи, которые будут пытаться некоторые дизейблить, а другой крысиный будет у нас, конечно же, пушить. Ну, я как главная крыса, конечно же, буду стараться сплит-пушить. Поэтому смысл у нас такой. Ну и перед началом видоса, ребятки, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на YouTube, кто не подписан. Ну и, конечно же, смотрите другие видосы, которые тоже имеют значение. Конечно же, нужно зайти, посмотреть, подглядеть, прежде чем писать комментарий. Хен, а сделай видео, а все там вот эти... Посмотрите во вкладочке «А что если» в видосики вот эти, да, все. И, как говорится, можно зайти, глянуть, поискать и посмотреть. Все. Отрекламили? Хорошо, поехали. Так, у нас, смотрите, по пику что будет? Пугна, пятый слот, четвертый слот у нас Котл. Я буду на мипаре. Да, я буду на мипаре, так как я супер... Пупер Micro Skills, поэтому я возьму, конечно же, мипаря и буду пытаться сплитовать. Ну и третий слот у нас будет на Тинкере. Тинкер у нас будет служить роли дизейблера. Второй слот тоже у нас будет дизейблер плюс пушер. Очень даже хорош, потому что твинхед хорошо ломает. Четвертый слот, само собой, понятно, это монолики по КД и лютый дизейбл под блайндом. Ну и пугна также у нас будет стараться пушить плюс дизейблить немного с помощью астрала, с помощью декрипифая. Ну вот как-то так будем двигаться. Надеюсь, в целом задумка зайдет вам, и обязательно поставьте лайк, не забудьте про комментарии, то есть как вам такая идея попытаться выиграть без фрагов. Я, если честно, вообще не знаю, что у нас получится, но будем стараться сделать грамотный хороший контент. Фу, жесть. Пацаны, я устал, говорите вы теперь. Все, молчание такое. Ладно. Так, окей. Хорошо. Ой, я щиток случайно взял, жесть. Показываю гайд, если вы случайно ошиблись артефактом, докупаете его, продаете, все, проблем никаких нет. Сразу гайды, фишки, хинодес. Да я топорик возьму. И, наверное, ну, вот так вот и оставлю. Пусть. Короче, по лайнам расстановка у нас такая. Тинкерой в центр, естественно. Винхедник у нас на соливарню. И вот эти два персонажа у нас будут стараться крушить леса на стаках. И, конечно же, пытаться дать Тинкеру как можно больше фарма, ну и мне, соответственно. И, конечно же, будем пытаться... Ага, Тинкер себе подстакает. Ну, ребят, вы там уже распределитесь, если что, не... Как бы не стесняйтесь, в войсе там сразу распределяйте свои задачи. Вот, и будем... Я бы Так, не соберем. Я про блочи свой лайн. Да, блочи туда и сделаю. Так, пацаны, напоминаю, фидить можно безгранично в рамках этого челленджа. И, ну, желательно не так, чтобы мы, конечно же, проиграли. И самое главное, это не убить.
Мне кажется, даже если будет считаться, что тавр забрал, но это как-то будет, ну, все равно считаться как фраг, наверное, да, или как? Как, давайте обусловим сразу это в начале видоса, чтобы ребята имели понимание, да, что норма, а что нет. То есть норма это будет у каждого 0-0-0-0-0, правильно? Это будет норма, то есть без фрагов, правильно? Это не норма. Это не норма, да, хорошо, ладно. Короче, главная задача, будем стараться просто без фрагов. 0-0-0-0-0, вот так вот у нас должно быть. И все должно получиться. Давай, да. Давайте, ребятки, если что, не нервничайте там. Не нервничайте, клавиатуру, руки не трясите, как говорится, и попробуем. Вот насчет разминок, я вот думаю, типа, ну, разминку делаем пацанам, типа, чтобы они убегали, или не стоит? Как думаете? Не стоит. Думаю, стоит такое. Делаем. Здесь у меня там не казалось. Да, да, делаем, типа, разминку, чтобы челы немножко понимали, что мы, типа, агрессируем, но не добиваем. Отпускаем, делаем вид, что там залагал, не знаю, что там клавиатура там отключилась, или еще что-то, или мозги отключились, или они вообще не работают. Ну и, конечно, будем так делать вид... А чё пишет? Я лив. Я тебе сейчас ливну, я тут столько уже рассказал всего. Я лив. Чувак, для тебя это будет самая непонятная катка в твоей жизни. Да ладно, чутка. О, я уже испугался. Он как будто с нами в войсе, слушайте. Ну, типа, я ему сказал, что я его найду, если он ливнет. Так, а ну ты чё? Ну иди отсюда. Фига там. Наяривание. Так, ребят, у нас еще второстепенный курьер. Челлендж. Курьерчика, дайте твинхеду, ребят. Ну что за дела? Почему не обижаете? И после мидера так давайте. Смотрите, у нас тут второстепенный челленджи. Это, короче, типа смысл какой? Кто первый умрет, тот лох. Чисто по рофлу давайте. Чисто по рофлу, почему нет? Так что аккуратно и с агрессией, ребята. Так, он пошел отсюда, я тебя убью, убью, убью. Надо газлайтить, что-то типа такое. Убейте мипа. Не-е-е-е-е-е, я ж... Блин, ну в принципе и так-то мое место не занять. То есть, если кто-то умрет раньше, то вы все равно мое место не займете. Место Члоуна, место Локсби, как говорится. Но все равно, пацаны. Слушайте, а что мы делаем на лайне? Мы вообще пушим или не пушим? То есть, может нам сразу пушить? Условно, я сейчас сделаю базилку. И мы можем... Пушить, как думаете? Хотя пугни, типа, бласт первого левела тяжеловато будет, допустим, подламывать. Но можно давить в целом, я думаю. Как думаете? А, ману даешь. Ну да, кстати, и КДшку бласта скинешь. А, пуч у меня, кстати. Пуч там, да? Ой-ой-ой. Ой, бро, так челлендж получается проиграл. Ничего страшного, дядь. Я нечаянно плохо убил. А как ты убил? Крипы добили. В смысле? Так это получается все, ре. Не ливнуть? А ну делаем ре, мы уже провалили эту тему, ребят. Ну уже не получится. Ну ладно, первый блин комом делаем ре. Блин, ну видос, если что, тяжеленький видос, да, будет? Если что, может, сейчас попробуем, получится, не получится, если что, потом будем дописывать. Ну, там уже, не знаю, как у вас будет по времени, сможете, не сможете, но сейчас, короче, попробуем. Да-да, нет-нет, и я, если что, заготовочки оставлю, ну, то есть, как историю записи видоса. Да, да, да. Нормально будет. Ах ты. Его надо немного пугнуть. Только не убить. Все, он какой-то больной. Все, убегаем. Все, нормально. Отзонили. Еще и шойт идет. И причем именно меня. Они мне монету оставили. Забирай. Они мне монету оставили. Смотри, он прыгает на меня, нападает. Вообще звери. Мужчины. Все, минус 3 было бы. Ну, типа да, мы бы сейчас задушили. Так, а можно я себе соло-курочку возьму, ребят? Да, не против? Я против. Хорошо. А я все равно возьму. Так, погнали, ребят. У нас вторая попыточка. Вторая попыточка должна быть немного полегче. Не забывайте, что нужно делать, а то забудете. Так, а челленджи продолжается? Кто первый умрет, тот хинозец. Да, да, да. Давайте, давайте. Все в наших руках. Сейчас правда будет. Ты сларк, смотри какой. Сейчас забаню тебя.
Блин, забавно. Я, если честно, ребят, даже не могу представить, сколько нам потребуется игр для того, чтобы добиться какого-то результата в этом видео. Это мне напоминает то, что сейчас, когда произошло, напоминает видос «А что, если трон за 5 минут?». Довольно-таки тяжелая была реализация. Игр 8, наверное, мы на это положили, но достигли результата, сделали очень крутую синергию, на самом деле, показали как надо, и реально видос на высоте получился. Если кто не видел, ребятки, обязательно посмотрите. Очень годный видос. «Трон за 5 минут» называется. А что, если «Трон за 5 минут»? Вот, так что не забывайте, залетайте, заходите, смотрите. Очень буду рад, если посмотрите, потому что очень сильно старались. И это круто, это круто. Такие видосы имеют место быть. На уровне с «А что если от колодца до колодца?». Тоже очень крутое видео. Ах, не успел отойти. Идет, идет. Эй, Войт вообще, конечно. А он такой, он может, типа, если подписчик, он может и специально заруинить, типа. Ну, вот это типа такой крысиный фактор, если честно. Типа заруинить спецом. Тут у меня пачки идет. Хуже становится, да, дядь? Прикольно, если ты просто залагаешь, будешь автоатачки убьешь. Чищ? Ну, типа. Так. Попробуем, ладно, это плюс одна попытка, ребят. Да-да, нет-нет, там может там, ну, минут. Посмотрим, сколько минут мы в этой катке продержимся, что ни одного фрага не заберем, или оппоненты там, не знаю, зафидят под тэшкой. То есть тут как бы будем смотреть уже по игре. Кстати, такой ролик даже в D2 вроде нету, такого ролика. Ну, сейчас мы сделаем, и в D2 пойдем сделаем такой ролик, чё, чё нам мелочиться. Нас за 15 минут. За 15 минут нас вынесут там, и все, и домой. На скамейку запасных. Ну, типа, это настолько сложный ролик. Сложный, да, сложный, ребята. По сложности ролик реально, наверное, 90% из. Из 100. Че я несу? Ну, в принципе, как обычно, несу какой-то ересь. Так, у нас тут стаки, каблоиды, резность. Нифига пугна там настакал, братка. Ты красава. Хорошо настакал там. Давай, я сейчас... Дядь, давай, знаешь, что сделаем? Потерпи там, поделай вид, что ты играешь. Ну, попробуем просто, чтобы уже не руинить. Уже еще один этот, да? Паузит, паузит. Потерпи. Чуть-чуть. Ну, его нет вообще. Я понимаю, да, что он без войса. Короче, у нас такая проблемка еще наклюнулась. Второй слот у нас начал очень сильно лагать. Говорит, не могу, я уже не могу. Вот, и как бы в минус один игрок, дизайблера у нас, скорее всего, не будет грамотного здесь. Но не хочется уже как бы прерывать эту попытку не обосраться, как говорится. Но уже, я так чувствую, кукушонок вылазит. Что мы что-то уже подкакиваемся. Так. Тут за дочку. Пусть там просто стакает, если нет. Ну, там, наверное, фризы просто лютейшие, там не до стаков вообще в целом, мне кажется. Так, я пойду кабольдов здесь зачищу. Да, я ближний кэмп заберу здесь. А верхний я забирать пока не буду. Они там, там эти големы. Ой, как хорошо. Давай подстакать попробуем. Вот так вот сделаем. Застакали, интересно. Я думаю, верх и тех застакали. Хорошо, так, кробы. Хорошо, еще левел. О, нормально, подстакиваем тут по чуть. Ты ж, я так понимаю, через марши ядер, да, полностью? Отлично, и ракеты не берешь. Да, да, да. Опа. Все, отъезжает, походу, да, у нас товарищ? Нет, еще. А если мы, если он вылетит вчетвером, попробовать? Я думаю, все равно, да, можно, да, будет. Можно. Да, можно, можно. Попробуем. Так, так. Нам вообще лучше будет, потому что он будет день капать. Да, 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 тоже как вариант. Ну, в целом, в любом случае, можем, если что, попытаться дальше продолжить без котла. Раз уж такая фигня, как говорил и очень интересный, очень умный человек,
Коли началась такая грязь, нужно забить просто большой болт. Все, вот такая вот у нас легендарочка фраза. Поэтому не забывайте, ребята, если что, употребляйте это на все случаи жизни, как говорится, и будет у вас все хорошо. Есть. Так, у нас там стаков. Нам бы ФБшку отдать. ФБшку отдать? Зачем? А, если ливнет, да? Да не, я думаю, ФБшка прольется. Хинозес сделает свое дело. Опа, кого там цепляет? Фантом цепанул, да? Уйди от меня. Мне его нельзя трогать. Там секунка. Так. Ну, с пугны снимаем вот это челленджи по ФБ. Почему? Поясняю. Потому что нам нужно сделать ФБ, так как у нас критическая ситуация. Парнишка у нас... Смотри, что они делают. Смотри, что они делают. Нифига себе, там корабль еще полетел. Жесть. Что они вообще делают? Так, у меня тревела есть, пацаны, если что. Я сейчас стакну и заберу стаки. Так, я пойду фарману. Пойду фарману здесь, потому что они уже видели, что там стакуи. Будем по чуть пуфать. Хорошо. Хорошо, что волков нету, блин. Ой, это пуфы размакшены, я сейчас, по идее, быстро забирать буду. Хорошо. Блин, ну так, напряженочка, конечно. Я сейчас не думал, что настолько будет меня держать в напряжении этот видос. Крайний видос, который меня держал в напряжении, это, наверное, вот когда мы с Антонием писали. Мы очень много чего за это время отписали с Антохой. Видосы реально культовые, интересные. Так, у меня мана, хп, все просело. Так. Сейчас стакнем. Че, на топе там люто, да? Пушишь тэшку, да? Хорош, вижу. Да. Так, 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 так. Вот так, дели. Хорошо. Че там, полетело копье, да? Мне кажется, это? Что этот ПЛ скоро сдохнет вообще. Он чересчур наглый. Ну, я сейчас на топе помогу. Там, смотри, лоу-фуповый сларк, дядь. Аккуратно. А, не убей его случайно. Не, я делаю вид, что я такой страшный серый волк. Что-то я чувствую, мы можем спокойно топ стянуть их. Дядь, я... давай по топу пойдем. Мека, отлично, давай, можно тут газовать. Можем, в принципе, Т2. Т2. Смотри, что делает. Смотри, как крипов перетянул. Вот так сделаю. ТП даю. Да-да-да, я сейчас крипы ловят. Смотри на Вейда, что он делает. Да, что там он, походу... Ну, блин, кстати, такая руина может быть тупо за того, что... Ух ты, баш какой, нифига себе. Так, F1, кто-то там в ТГшке спамит. Корабль в бухту, дядь! Ну, видимо, я тебя подставил, дорогой, но в любом случае... Мы стянули очень большое количество челов на топ. 3-4 чела внизу бы лайн тогда толкать. Да нет, ты уйдешь, тут твинхед очень жирный. Уйдешь, дядь. У тебя ТП-шки нет? Ты можешь просто ТП-шку нажать, хотя там кунка. Я в меду фарману. Ушел, хорош. Один крип дать было. Один крип. Хорош. Вот этого оставлю тебе. Все. Есть. Я сейчас тоже. Ну, у меня я забыл, что у меня спага нет. Да. Купил рецепт, да? Я тебе ТП купил. Спасибо. Че там, сколько у тебя золотишек? Так, F1. Внизу Котл у нас ковыряет, я на низ пошел. Стаки имею сюда, надо идти фармить. Сейчас, у меня пуфы раскачаны. Толкаю лайн. Блин, круто было бы сразу в аганим, наверное, выйти мне. Сразу причем.
Блин, я что-то чувствую. Не получится. Давай, слушай, знаешь что, за обужу немножко латенс. 44 поставлю, думаю, никто не обидится. Да не, нормально. Я даже на 50 играл. Хорошо, и тут какие стакуи, дядь. Хорошо, нормально фармью им. Пойдет, левел у нас хороший тут прям. Так, 2500. У нас левел выше, чем у них. Да, но мы, при том, что мы еще и не киляем, это вообще, конечно, нонсенс. Что там на топе кто-то встрял, да? Хорошо. А, не сломали? Надо не... Блин, ну сейчас я уж стаки доковыряю. Мне тогда плюсики качать, да? Слушай, а СПС да, размаксить можешь. И горелку. Твоя задача, мне кажется. Да, я второй, я третий тоже... размаксил. Макро-пюре не буду. Макро-пюре! Все, уйди, уйди, не зерись. Макро-пюре. Так, а что на Свене делает? Чувак, убегай, я ж тебя... у меня. Не хочу убивать тебя. Блин, на самом деле, если оппоненты просут эту тему, они жесть как могут тут. Я, наверное, сразу в аганим. Что-то чувствую, я могу аганим поднять со стаков. У меня прям хорошо золото. Да я не пытался динайт, дядь. Просто на команду лучше золото распределить, мне кажется. У меня, в принципе, аганим через косарь. Даже меньше. Золота особо не надо. Хорошо. Так, пушаем в наглую, да? Ух ты, торренты корабли! Не надо, дядя! На тебе. Хорошо, я на базе. Вкусно, аппетитно. Так, ну, а ну пошел отсюда. А ты решил ко мне лезть. О, пугна, красава. Туда его. Туда его, дядь. Мужик. Туда его. Просто сделать вид, что мы опасные надо. Надо такое, не показывать им, что мы какие-то, что-то у нас не то, но надо... О, смотри. Смотри, Сларка надо шугануть. Типа, мы такие сейчас его убиваем, да, а потом, типа, он убежал куда-то в Shadow Dance. Типа, ой, чувак, вот так вот делаю. Там, опа, опа, такой. Так, ой, ой, а где он? Я не вижу его. Блин, где он? Я не вижу. Ой. Он вообще бесстрашный. Да, я что-то смотрю, он там до Талова. Я сейчас на топ ТП, братка, дам. Но Смит почти сломали. Сейчас мы Т2 сломаем сейчас. Ух ты. Так, 1200 есть. Но боюсь, нас сейчас тут кунка примет. Так, я сделаю вид, что я опасный. Кстати, у меня лопатка. Кстати, ты можешь быть через него. Я, мне кажется, лопатку не лучше бивай. Не буду качать. Да лучше так. Нафиг. Потому что если я кого-то побью, я могу так на ДПСить. Хорош, твинхед ломает. Что за сервер? Айкап. Ну, он спросил, что за сервер, я ответил. Вроде все правильно, да, ребят? Плюс? Вроде да. Вроде да. Не, ну типа, что за сервер? Смотри, смотрите. Он вроде сдохнет, а нет. Не, не сдохнет, да там вроде я аж не трогал его давно уже. Так, 4 мейпаря есть. Я Володьку некстом сделаю. Я все-таки буду качать свой первый, чтобы крипов скипать. Хорошо. Да, давай. Отлично. Кстати, забавно, что... Что-то как-то, ну,
Вроде пока не сложно, да, пока что? Ой, внизу там что, началось что-то, да? Так, я топ толкаю. Можно, ты должен. Вы можете, кстати, да, там суету наводите, я тоже на топе тут на суете. Хорошо, я пачкой крипов слил. Хорош, ребята, отвлекающий фит, пошел я в хайграунде. Ты два ломаете? Ломаем почему? Ломаем. Я понял, короче, что тут тинкер вообще не нужен. Почему? Не знаю. Не знаю, просто не нужен. Кстати, я топ ломаю, топ успешно. Найс, там будет купола ставить. Но я бесполезный пока что. Я просто фармлю и все. Сейчас Войд сдохнет, блин. Не сдохнет, он не совсем отбитый. Так, я топ почти сломал. Слушайте, блин, они настолько не понимают, что происходит, что мы просто берем и ломаем. Ой, бро, ну что с вами, ребята? Да, бери, чтоб муваться. Кстати, а прокачивая плюсы, я же прокачиваю очень сильными парей, правильно? Или нет? Подожди, как плюсы распределяются? Если честно, что-то как стандартно плюсы распределяются или как-то двоиксово? Я что-то не выкупаю. На мипаря. То есть условно, я прокачиваю два атрибута и дается, по идее. Да. Плюсы, по идее, имба тоже. Попробуем. Что-то мне кажется, я Рошану не напихаю. Топ можно, кстати, топ. Да-да, толкни, если что, прилечу. Я тоже пошел. Войд ушел на мид. Хорошо. Мы можем скушать, если что-то. Давай, я что, иду, тут иду. На чиле. Один Свен пришел, но мало чего. Так, я уже тут налажал. Все, уходим, чтобы он не спал. Я Марше изрядовал, да? Оля-ля. Дядь, лучше фидани ему просто. Лишь бы он не сдох. Ну давай, бро. Я тут с Рошаном воюю. Рошан проигрывает пока что. Посмотри, что он делает. Ты видишь? Да, он что-то там. Видишь, он фидер какой-то, да? Он привык просто умирать. Так, есть. Давайте. Ему непривычно не умирать. Я его, кстати, на лайне мог 10 раз как минимум убить. Ну он такой, да, он чисто такой. Давайте, я сюда, ребят. Блин, слушайте, ну что-то на самом деле скучненько даже, да, как-то? Да. Как будто что-то на изи. Когда противники будут опытные, то может быть что-то лучше. Как будто что-то на изи. Вообще, дагер не может, да, нажать? Нет, в сетках это рута. Нет. Не бьет. Ну все. Ой-ой-ой-ой, не надо, пацаны, все, сетку убираю. Ух ты, не, ну про... Как так? Как он так ушел на кунке? Хз, на скине плохо. Жесть. Как кунка ушел, я что-то не понял. Нифига там у вас заруба началась, пацаны. Я топ ломаю, пацаны, на суете. Суету наводите там. Шейма лайдер там. А, все, уходим. Не опасное. Так, топ ломаю и на низ перелечу. Ух ты! Ух ты! Ой. Ой-ой-ой! Дядь, не надо! Страшный какой-то ты! Так, туда. Хорошо, я на низу. Отлично. Так, пацаны, низ ломаю. Войд умрет сейчас. Не давай ему второй вообще. Он бедолага, он очень странный на войде, парень. Ну я сдохну.
Ой-ой-ой, я сдох, пацаны. Лучше сдохни, чем земля пухом. Хотя я тебе помогу. Да не. Слушайте, ну вы можете ломать, пользоваться этим временем, я потяну время. Я пошел на тинкер ломать. Да, давайте. Сейчас. Я сетки покидаю и подизейблю их. Нет, пожалуйста. Я тогда после грифсов. Слушай, а я еще уйду? Этим. Что? Я ушел! Ушел? Да. Хорош. Ой, бро, что за шадоты показывают эти пацаны? Короче, я грифсы соберу сразу. Так, и у меня есть мека. Ты книжку тогда собери. Нет, нет, у меня имбовые грифсы. Грифсы имбовые у тебя? Перезарядкой? Да, да, да. Блин, это мощно, бро. Так, ну у них стороны, смотрите, как просели. Слушайте, ну мне кажется, изи. И сейчас какая-то такая спокойная, тихая дота какая-то, да? Слушай, откуда? А, все. У нас-то нету фрагов, а я такой смотрю, почему у Свена фражочек. Задача-то... А не трогайте его вообще. Так, пацаны, я на топе. Крипов хиляю с мекой, чтобы здоровье убить. Я улетел. Эй, фантом тоже полетел. Типа. Ай, жесть. Так. Ух ты, там пугну душит. Блин, бро. Ну делаю вид, что помогаю, дядь. Ух ты. Так, на мид ТП даю. На миду пополомаю немножко. Опа, ломаю. Слушай, ну чё-то легко. Ой, мне купола золотые дали, ребят. Золотые купола. Ой-ой-ой, вот тут я уже точно трупских. Слушай, нет. А нифиг... Подожди. А нифиг... А, все, фига. Жалко нету гаста. Гаста нету, жалко. Я бы сейчас выжил, скорее всего. Блин, вот эти моменты, когда я прилетаю, вам нужно... Короче, давайте будем делать очень грамотно. Чтобы я просто так не дох, я буду прилетать в такие места тогда, когда вы можете пушить, ну, то есть пользоваться вот этим сплитом. Думаю, так будет намного грамотнее. Так, 30 секунд я ресурсы, если что. Но у них, в принципе, остаются... В принципе, 2, 3, 4, 5 бараков, и я думаю, мы... Ух ты, смотри, креветка. И они от меня как крипов будут погибать. Да, кстати, 100% сдохнет кто-нибудь от крипов. Ну, блин, но тут уже по факту мы как бы выиграли, сломав бараки, да, без этих же, правильно? Без фрагов. Ну, да. Твинхед улетел. Главное, что мы их не трогали. Да, да, да. Я думаю, уже по-честному будет. Так, я реснулся. Я, наверное, пойду из Эриал доколочу, ребят. И соберемся. Вы в один лайн, я в другой. Все. Я тогда Юло соберу. Да, давайте, можно поконтролить будет. Хорошо. Кунка на низу, можно топ ломать, кстати. Топ свен не справа. Свен сдаю. Отлично. Сейчас низ немножечко оттолкну. Слушайте, они по чуть одеваются. Так, ух ты, грифсоч прилетел. Видишь? Дайте мне вот эту пачку крипов. Здесь. Пачку крипов здесь заберу. И на топ тпхнусь. Так. Я там крипов сейчас буду видеть. Это, блин, имбово на самом деле. Нужно бы это отдельный видосик записать. Так, у меня есть вот такая штука. Заберу, пойду. Так, что, уже готовы, да? Да, я топ. Все на низу. Трогать. Все на низу. Давайте я сюда, на топе. Я мид. Давай, мид толкай, браза. Хорошо, мы тут, я думаю, топ дал. А, не, они уже тут стоят, смотри. Тогда надо... Слушай, я тогда сделаю... Там один пункт. Вот. Я крипов хилю. Ой-ой-ой. Так, подожди. Вот это сюда.
Дизейблим просто кайтим. Дядь, мид, делай суети на это, наводи суету. Суети на воду, понял? Что хотел сказать? Суети на воду, брат, на миду. Во-во-во-во-во-во-во-во, фить, брат, фить, все нормально. О, да, или если даже уйдешь, будет вообще прекрасно. Я ломаю. Сларк идет, не бойся, уйдешь. Ну я еще попушу. Все, улетаю, потому что секундка на крест, это уже конечно. Думаешь? Да ну. Нормально, нормально, дядь. Они сейчас растянутся, я прилечу, я доломаю. Не переживай, все хорошо. Так он с нами не бойся. Кому я говорю? Ой, рак! Хорошо. Короче, чтобы... Они точно не сдохнем, можем просто трон спушить. Вы можете это, суету на воду сделать? На воде суету. Сейчас я в топе суету на воду сделаю. Я внизу. Я мид. Мид, да, там, вон они уходят, да, там крипочек держишь. Я, наверное, travel 2 сделаю. Давай. Еще. Я сейчас. Опа. Все, ломаю. Только не бить его. Я ломаю. Так, дядь, ну, так, а ну я, делать, короче... Смотри. Ладно. Не так, трогайте хорошо. Вы, не трогайте. И собьёт лучше. Он совсем отбитый. В меня тут фул корабли, короче, торренты, ребята, все полетело. Бай-бай, кось. Сларк, на топе ломаю. Сларк, умрёт. Сларк вообще отбитый, он чек не бьёт. Хорошо, я ломаю топ, ребята, мид можете тормознуть, не? Так, я сломал топ. Блин, вот это суета, конечно. Все, можем, наверное. Блин, ну я не знаю, сетки нет, не буду, наверное, давать. То под крипами будут дохнуть челы. Я просто суицид ломаю. Свена подизейблю. Ну, я в суицид. Все, я пойду. Ой-ой-ой, там горел. Подожди. Не вижу, вот так сделаю. Я крипту дал. Так, 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 ребята. Ну, ласт барак остается, это хорошо. Ну, смотрите, смотрите, а аккуратно. Сейчас они сейчас там под бафом корабля могут не заметить. Сларк сейчас грибов умрет, не надо, дядя. 7 секунд я ресуюсь, ребят, там барак, в принципе, лохповый. Остается. Ой, на крест посадил, прикинь какой. Жесть. Это дота у нас. Ну, 28 минута. Держимся. Барак лоу хэповый остался, я, в принципе. Подо мной парк. Так, ну у нас остается этот там барак чисто, я могу суицидалочку залететь и все, думаю, получится. Ой, Сларк, смотри сейчас. 42 хп. Да он слишком отбитый. Жесть. Девятый слот, подписчик. Не убивайте его. Ну можно его так, астралами побаловаться, типа с ним. И такой сейчас он типа отблинковывается, и такой, ой, я такой про. 15 секунд, я лечу мид ломать. Причем Войд зашел далеко, да? Так, ну я доламываю барак. Ребятки, к вам там идет Сларк. Свен на дефе стоит, Кунка тоже на дефе. А! Так, хорошо. Я на месте. Я иду. Если что там, дизейблите. Все, не трогайте его. Я в миду, ребят, вот суицид иду. Да, вообще не трогайте. Пацаны, давай, я тебе помогу. Суицид, суицид просто. Ломаю. Ну мы их тут долго будем держать. Давай сразу трон. Все, все, давай сломали. Трон. Трон, думаешь? Давай, давай. Да-да-да. Я крипов хилю. Но мне сейчас фул прокаст дадут, мой трон закончится. Да, это опасно, да? Но я попробую улететь. Я лазер, Сларк, да. Свен на миду. Не убей, дядь, улетает. Сларк умер, да? Слушай, ну мы раньше спушили, нежели чем Сларк умер. Или подожди. Он кто? Не от нас. А, не от нас. Так, хорошо, хорошо. Найс.
Сделали, ребят, сделали. Сделали. Мега-крипы есть. 30-я минута и 0-0-0-0-0. Нас всех по нулю. И, соответственно, ну, я считаю, что челленджи выполнили. Это, кстати, со второй попытки. Со второй попытки. Еще чел умер от крипов. ХБ. Ну, не трогайте их вообще. Зачем ты его? Не трогайте. Орел. Пусть вообще не трогайте их. Потому что будет считаться, что вы добили. Ладно. Я его буду делать. А когда ты трон это делай? Все. Он же умрет сейчас от крипов. А умрет от крипов, засчитают вам. Там надо время определенно. Все, я в принципе предлагаю не трогать вообще. И пусть крипы доломают. У них нет слотов, чтобы это дефить как. GG, ребят, можно просто досматривать. Слушайте, ну задумка у нас вышла, и со второй попытки мы добились успеха. Просто выиграли чуваков, получается, без фрагов. Реально, посмотрите, просто без фрагов выиграли. Несмотря на то, что видосик получился такой, да, ну небольшой, но в целом, блин. Свен Дота удали там. О, жесть. Как это вообще возможно? Не знаю. Ребятки, ну как видите, мы сегодня достигли результата и доказали, что доту можно выиграть без фрагов. В принципе, раскайтили, расплитпушили, и у нас, получается, Тинкер ни разу не умер. Пугна у нас 7 раз умер. Котл умер 3 раза. Пугна, это, ага, и Мипа умер 3 раза. Ну, в принципе, нормально. Твинхед 2 раза умер. Ну и получается у нас вот такой вот прикольный видос, ребятки. Но если вам, как говорится, ребятки, этого видоса будет мало, обязательно пишите в комментариях. Может быть, мы еще раз такой видосик запишем. Может, будет более оверпотно. Мне показалось, на самом деле, очень даже легко получилось. Несмотря на то, что оппоненты несколько раз чуть не умерли, чтоб нам не засчитало. Но 0-0-0 мы в этой каточке сделали. Ребята, большое спасибо вам за то, что помогли от души реально. Не за что. Спасибо. Спасибо. Ну и на этом все, друзья. Обязательно поставьте лайк. Не забывайте подписываться. С вами был Ксаназис. И до скорого.